8 руководителей министерств и полномочного представителя губернатора назначили в краевом правительстве. Так, министром финансов назначен Сергей Тичко. Пост министра рыбного хозяйства будет занимать Андрей Здитовецкий. Министром образования назначена Александра Короткова. Минспорт возглавит Константин Хмелевский. Пост министра экономического развития и торговли займет Юлия Морозова. Министром имущественных и земельных отношений станет Иван Мищенко. Сохранил свою должность Владимир Каюмов. Он, как и раньше, будет руководителем Министерства транспорта и дорожного строительства. Министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности назначен Вячеслав Черныш. Кроме того, должность полномочного представителя губернатора Камчатского края займет Сергей Жуков.